Всем здорово, ребята, с вами, как обычно, Еломберт, и сегодня в этом ролике, как вы поняли по названию этого видео, мы будем открывать контейнеры на таком проекте под названием Black Russia. И, кстати, извините за мой голос, потому что я чуть-чуть приболел, но это мне никак не мешает делать для вас видеоролики. Напоминаю, что ссылка на актуальную версию Black Russia будет в описании под этим видеороликом, ну а давайте я не буду долго тянуть и желаю вам приятного просмотра. Я зашел на Blue сервере, до появления контейнеров у нас остается ровно 5 минут. И, кстати, заранее перед даю привет всем игрокам, которые сейчас рядом стоят со мной. Это Тёма Мори, Дима Винник и Доминик Торетто. Все, у нас появились контейнеры. Дубай Транспорт 9 миллионов. Давайте напишем конт и сразу же моментально ставим 9 миллионов 100 тысяч. Надеюсь, меня сейчас никто не перебьет. У меня на руках, кстати, 250 миллионов рублей. Не спрашивайте, откуда у меня такие деньги. Кто постоянно смотрит мои деньги, тот знает, откуда у меня все эти верты. Так, получается, тут еще один Дубай Транспорт. Давайте попробуем сюда. Так, а что, почему не пишется? У меня что, крашнуло? Лагает, да, походу? Вот почему именно в такой момент у меня начинает интернет тупить, лагать? Смотрите, меня сейчас кикнет, 100% чекайте. Сказал же. Потеряно соединение к серверу, переподключение через 15 секунд, а у меня там Дубай контейнер сейчас просто пропадет. Я перезашел, и да, походу Дубай контейнер реально пропал, а нет, его взяли, вот Доминик Торетто за 9 лямов 100 тысяч забрал. Ну, давайте я заново сейчас его перебью. Получается, 9 миллионов 300 тысяч сразу же поставлю. И пошлите, пока что можно поискать другие контейнеры. А, вот здесь вот Дубай. О, смотрите. Челу гелик выпал. 9 лямов 100 тысяч, ему гелик выпал. Но он в нормальный окуп ушел. Давайте напишем кросс. Так, получается, идем дальше. Тот контейнер, кстати, я забрал бы, если бы меня не кикнуло бы. А так, наверное, гелик был бы моим. Так, давайте подождем 5 секунд, надеюсь, меня никто не успеет перебить. Все, 3 секунды, 1 секунда и все, открываем. О, нормально, Mercedes-Benz GTR, 12 миллионов 150 тысяч рублей. Тоже хороший окуп, кстати. Вот, уже с первого раза нормально так окупает, сразу на 2,5 миллиона. Так, Дубай одежда, не знаю, стоит ли открывать или нет, это что за контейнер? А, нет, это не будем открывать. Дубай одежда пока что можно оставить. Типа, я не хочу за эту серию вообще Дубай одежды открывать. Так, Германия транспорт. Германия транспорт. Давайте сюда мы поставим 2 миллиона 100 тысяч. И идем уже к следующему контейнеру. Следующий контейнер это у нас какой будет? Давайте вот сюда вот пойдем, наверное. Дубай транспорт есть. Я хочу чаще всего Дубай транспорт открывать. Так, Китай одежда нет. Германия одежда тоже нет. Такие себе контейнеры оставим для новичков. Так, Китай транспорт, давайте откроем. Вот никто не открывает Китай транспорт и Германия транспорт. Давайте я буду их просто открывать, чтобы контейнеры заново респавнились и появились Дубай транспорт. А так, кроме меня, никто такие контейнеры не открывает. Сюда также ставим 2 ляма 100 тысяч. И идем дальше. И идем дальше, какие контейнеры у нас тут есть. Так, следующий контейнер, это у нас Дубай одежда также. Ну, не буду перебивать. Давайте лучше посмотрим, что нам выпало в том контейнере. И нам выпадает, ну, этот Мустанг. Ford Mustang GT выпадает. И это, кстати, окуп. Окуп, конечно, небольшой, но тоже окуп. А сюда давайте 2 ляма 100 тысяч опять же поставим. Самое главное поставить не 21 миллион по случайности, а то такое возможно. Так, Китай транспорт. 2 ляма 100 тысяч выпадает также. И мы сейчас просто берем. И о чем мне заново лагает? А, нет, не должно. А, нет, все. Продаем за лям 800. Это, кстати, минус. И тут у нас что выпадает? Тут у нас выпадает также. Subaru выпадает за лям 900. Ну, почти за 2 ляма, короче. Ну, тоже, кстати, слив. На целых 100 тысяч. Китай транспорт, Дубай одежда. Так, Дубай одежда, не знаю, сколько сюда можно поставить. Ну, давайте поставим 4 ляма 550 тысяч, нажимаем готово. Да, все, нажимаем готово. И идем дальше. Идем дальше. Давайте Дубай одежду все-таки будем открывать, если получится. Так, у нас тут походу еще Дубай одежда стоит. Да, Дубай одежда еще стоит. И пишем конт. И пишем сюда 4 миллиона 550 тысяч. А, ой, я поставил 45 миллионов. Короче, я просто перезашел в игру. Я не знаю, можно ли перезаходить в такие случаи, но у меня нету желания терять 45 миллионов на один контейнер, с которого мне максимум там 2 миллиона выпадет. Так что, думаю, откажем от этого.
Да и тем более это моя вина. Я не заметил, как 45 миллионов поставил вместо 4. Так что давайте дальше продолжим открывать контейнеры. Китай транспорт 2 ляма 100 тысяч мы сюда ставим. Идем дальше, идем дальше. Так, у нас тут Германия транспорт за 2 ляма 100 тысяч тоже давайте откроем. Так, будем просто по очереди ставить и будем по очереди открывать. Дальше у нас идет русский контейнер. Нет, русский, Россия нам не надо. Следующий. Следующий также Германия транспорт. Сюда мы также ставим 2 миллиона 100 тысяч и нажимаем готово. Идем дальше. Идем дальше. Получается, вот сюда вот давайте идем. Так, Германия транспорт 2 ляма. Сюда тоже ставим 2 ляма 100 тысяч за этот контейнер. Нажимаем готово. Так, какие еще у нас контейнеры есть? Какие еще у нас контейнеры есть? Пока что меня никто не перебывал. Так, у меня там контейнер открылся. Так, Дубай транспорт, чекайте. Давайте сюда поставим сколько? 9 миллионов 500 тысяч. Давайте сразу поставим, чтобы меня никто не перебил. Кажется, этот боб меня сейчас перебил. Ну, мне так кажется. Да, он меня перебил. Ну, давайте тогда сразу же 10 миллионов поставим. 10 миллионов. Будешь, он у меня спрашивает. Да, давайте напишем да. Окей, он пишет. Ну, спасибо этот. Спасибо Бобу за то, что мне отдал этот контейнер. Так, 2 миллиона 100 тысяч. И лям 350. Next мой пишет. Ну, давай. Следующий Дубай контейнер мы отдаем этому Бобу, потому что этот контейнер он отдал мне. Так что имеем совесть. Давайте ждем. Так, думаю, Доминик Торетто не станет меня перебивать. Или же все-таки будет. Ну, не знаю, давайте откроем, смотрим, что выпадает. И выпадает также Mercedes-Benz Getter за 12 миллионов. И уходим в плюс на 2 миллиона 150 тысяч. Тоже, в принципе, неплохо. Пока что мы нормально так в плюс уходим. Вот, вроде как я понял, да, мы в плюс уходим. Деньги все еще капают и капают, так что я не могу посмотреть. Так, какие тут у нас контейнеры открылись еще? Все, да, походу, я все свои контейнеры открыл? Или же все-таки остались неоткрытые? Так, это что за у нас контейнер? Китай одежда? Нет, Китай одежда не подойдет. А это у нас что за контейнер? Так, также за 9 лямов. Ну, пусть его Боб забирает. Так, да, давайте напишем Боб. И забирай, давайте напишем. Все, идем дальше. У меня там вроде один контейнер остался, да? Да, а, да, вот, Китай транспорт. Я этот контейнер один забрал. Е60 выпадает. И продаем ее за лям 900. И, в принципе, ребят, на этом все, я так думаю. Дальше уже не вижу смысла открывать контейнеры, потому что Китай транспорт и Германия транспорт постоянно сливают. А так, за этот ролик мы примерно, ну, примерно 5 миллионов точно подняли. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем удачи и всем пока-пока.